Арарауруру, айрарайрарурору. А добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Славик, здравствуй. Всем здрасте. А ты знаешь, почему я с меню начал? А почему? Потому что этот сраный будильник с прошлой серии сейчас опять начнет пищать. А я не хочу это слушать. Не хочу, чтобы он меня перебивал. Перебивалыч. Так, давай, погнали, что там? О, я же говорил. А, видишь, он пищит как-то. Да умри, блин, выход. О. Вельзевул. Блин, Сайкс, нормальный тип, да? Но. Вишки у него подкрадули. Ты кто? Я? Лорд Вельзевул. Ух ты, правда? Так значит, ты дьявол или типа того? Нет, это прозвище. Меня наделили им сородичи. Семьей порой тяжело. Воистину. Можно я пройду в ту дверь? Ты только что пришел. Нет, тебе нельзя проходить через мою дверь. Жлоб. Сперва ты должен восхититься моими творениями. Твоими творениями? Да. Во тьме их пять. Последний не должен видеть ты. Среди доступных четыре увидеть должен три. А как закончишь, так ко мне приди. Ладно, как скажешь, Эдгар. Вельзевул. Неважно. Лады, Вельс. Ой, понятно, это какой-то код, походу, да? А ну давай еще раз. Во тьме их пять. Последний не должен видеть ты. Четыре. Среди доступных четырех увидеть должен три. И как закончишь, так ко мне приходи. Что ты сказал? А, ну вот. О, класс. О, О-о-о! люблю. О, люблю такие символы. А, запоминай, Сай. И что она тебе дает? Ну там, наверное, ту дверь потом откроем. Что она мне дает? Творчество Вельзевула, блин, что она мне дает? Приеду к тебе и набью тебе на башке это, понял? Как Гарри Поттеру. Давай, давай, попробуй. Шо? А ты не веришь или Вот шо, блин, давай, шо? вот ответь за базар свой. За базар в ответе, чтобы... Опа! Блин, я думал, Опа. кто-то раком стоит. Я на Уже вазавр. обрадовался, да? Я на вазавр. Я на вразор. Что? Яна, ты что? Яна Врозар. Или разо... А, разорван. Разорванная задом наперед написан. Я думал, какой-то динозавр просто. Ну. Фиг его знает по какой очередности, но будем считать, что тот с молнией Ну, был как первый. подписанные комнаты, наверное. Ну, типа номер один. Это какая была комната? Та была номер 3, а это вторая вроде. Ну вот, значит, то третья, это вторая. Что мы сделали, чтобы заслужить эти муки? Они хотели поглотить всех нас. Ничто не могло остановить их. Обжигающие огни богов померкли. Их бдительные очи обратились ужасающими криками. А потом все исчезло во тьме. Ты пацан сразу такой, ну его нафиг. Слушай, тоже не знаю, может у него за маской там вообще ужас просто в глазах. Он на тебя похож, наверное. Я бы там обоссался 10 раз. А ты знаешь выражение, кто пасет, тот хуй сосет, не? В дверь постучали, и я вновь прозрел, я вновь стал собой. Внезапно оно овладело мной, и свобода обернулась иллюзией. Я был вынужден наблюдать, узник собственного разума. Я делал ужасные вещи, непростительные. Все, мы тебя услышали, мы тебя поняли, к чему бы ты это все ни говорил. Так, о, ну это мы запомним.
Дослай. Ничего не запомнил. Я сразу говорю, что я ничего не запомнил. Можешь меня не спрашивать. Ну ты как обычно, ты глэк. Маленький глэк-дырник. Так, а где ты? А, не тут. Но. Подожди. Первый был этот. Ну там был он, правда, звездой. Что-то не про канал, а тут либо Это последовать. наоборот просто должно быть. Думаешь? Так. А второй какой? Так и остается. А, и не про канал. Нет. Странно. Так тут просто и других символов нету, по сути. Может, просто очередность неправильно. Помнишь, как мы методом тыка? Может, это зависит от его загадки, там еще как правильно поставить. А может, к нему подойти? Он же сказал что-то там, не? Ну, что-то там, типа, ко мне потом подойди или что? А вот и так. Пронизывающий взгляд. Они полны раскаяния и скорби. Их грехи. Они страдают. И Ну шо? ладно. В тьме их пять. Последний не должен видеть ты. Среди доступных Ну это понятно. Четыре видишь, должен три. А как закончишь, так ко мне. Так я вот подошел. А, ну там ничего такого. Значит, надо отгадывать просто. Подожди, я. Первое, я в последнюю в первую зашел, правильно же? Ну, там была буква N. А, первая N. Второе. Ну, молния последняя. Нет, подожди, что-то не то. Тут N, правильно? А, блин. А. Это я глэк. Согласен. А, была. Так я так ставил, да, по-моему? Абдулла, да. И нифига. Ну это что было? Не знаю, походу трухануло пацана там. Трухануло пацана, он больше не наберет. Скажи ему, что ты скоро вернешься. Может поменять местами, тут молнию. Тут эту шнягу. Блин, вообще не канает ничего. Слай, что ты молчишь? Да думаю. Пойди обратно в комнаты, давай посмотрим опять, что. Что я могу сказать? Ну давай. В какую идем? Третья? Да, давай-ка, да. Третья начнем. Может, знаки? А ну, пошли в другую. Сейчас, подожди.
Так, подожди, нет. Понятно. Да. Так, ну, тут просто непонятна последовательность этих всех движух. Да блин, что я постоянно не в ту сторону. А может тоже есть какой-то прикол, что типа оно в одной стороне, а то в другой стороне? Думаешь? Да фиг его знает. И шо? Что тут такое есть? А ну давай переключай. Нет, да не так же быстро. Но F тут нету. А может тут в каждом, подожди, разное? Да нет, вроде одинаковое. Ну я сфоткал их все, но я не вижу, что приблизительно ну, знаки я вот такие. Тоже сфоткал, чтоб сейчас. И пытаюсь понять. А ну так. А ну еще раз. Это ромб у нас. Че они, их там по два знака, вот что непонятно. Да я вот тоже думаю, вот второй знак, что он обозначает. Ну вот он есть, но он в другую сторону. А, ну тут, а тут этот идет, да, точно, второй же идет этот. Я уже на шару. Да это какая-то именно... Что такое? А, я, наверное, на да, я крест думал, нажал. открыл, блин. Звуки какие-то появились или они были? Слай. Там какие звуки? Вот эти. Просто не... Или нет? Ты уже просто помнишь, что туда уже с пещерой по звуку определялись. Может здесь такая же шняга. Так. Вообще в душе не чая. Туши нечаянно. Давай методом тыка, у нас всегда получалось. В натуре. Может, будем все так проходить? Не будем вообще никогда нигде ничего читать? Зачем думать, если есть фарт? О, порно снимает. Душа была искажена тьмой, голодом, одиночеством. Она безумно страдала. Наше единство позволило нам ее спасти. Мы бесчисленные отголоски забвения. Мы сущность того, что есть, было и будет. Ну все, получается, посетил все комнаты, которые он хотел.
Получается. Подожди, может, надо было сюда сходить. О! Дядя, бахни это. Как обычно, да? Подожди, я, по-моему, записывал, у меня сохранилось еще предыдущие числа. Все, бахнул. А, бахнул, да, молодец был. У меня, походу, не сохранился таки. Все, дядя черт, мы, короче, разгадали там загадку. Дядя черт. Дядя мопс, блин. Так. Они потеряли связь с реальностью. Могу я теперь пройти в ту дверь? Когда пройдешь через эту дверь, пути назад не будет. Спасибо. Пожалуйста. Увидимся, Вельс. Что, типа, может, еще в пятую попробую ломануться? А то что он запрещает? Не-не-не, я пока не убеждусь полностью. Ладно, понял. Что такое? Кричишь тоже. Убеждусь, блин. Убеждусь, все. О, нормально, да, так небо? Ух. А может, это не небо? Опа, подожди, включи. Утиные истории, пожалуйста. Блин. Потерянная. Попаянная, я хочу. О, это не его мать, случайно. Ау. Кто-нибудь слушает? Здесь кто-нибудь есть? Пожалуйста, мне нужна помощь. Я не могу вспомнить, кто я. Здесь так темно. Я помню ослепительный свет и обжигающую боль. А потом я оказалась здесь. Не могу избавиться от чувства утраты и отчаяния. Я мертва? А, кассеты, видать, искать. Ну, это все. О! Нифига себе, парень, ты вытянулся. Смотри, Слай. Нормально так подрос. Ну, подрос. Походу на кукурузе растет. Или на бутылочке. У него еще глаза есть разные, маски. О! Ты понял? Нормально. Он еще смотрел Венс здесь еще до того, как это помню. Где мой телефон? Это, конечно, стильный парень. Салли. О, у него стри, еще Хаяма Миядзаки он в углу. Шарит? Уважаю его выбор. Комната сала. На чем-то там свисала. А где живу я, что не могу понять? Это ж та же квартира, это другая? Или батя обои просто переклеил? Да хрен его знает. Наверное, та же, просто типа уже ремонтик сделали. Туда-сюда. Туда-сюда? Угу. Пару слов, пожалуйста. О, слышь, нормально у него плазма такая. Йошиба! Йошиба, а где это? Где гузно? Я надеюсь, гузно живой еще? А куда он пошел? О, гузно есть. Как обычно, какает. А он, по-моему, всю жизнь, всю дорогу, да, втыкает, короче. Гузницкий, ты как? Ну, нормально, он нормально себя чухает вообще. Чувак, серьезно? А кто ты вообще продолжаешь таскать эти стикеры? Это он коту говорит? Ты у кота что-то спрашивал, дядя? Так, подожди, давай назад еще, может, там не все посмотрели все. Ну, а я думаю, он, наверное, переехал, в принципе. Потому что все вообще другое. Батя, видать, все-таки поднялся. Он все-таки у нас программист, не забывай. Батя программист, горе в семье. Так, что у нас тут? Главный вход. У нас нет цели, у нас только путь. Твою мать. Славик. Ты, походу, я не знаю, ну ты сейчас в шоке будешь. А, не, подожди, это Штребух Рыжего, точно. Утрица, Салио, чё как? Привет, Нил. Сегодня без хвостиков, а? Кажется, я ни разу не видел тебя с распущенными волосами. Едва узнал. Хе, ага. Ты как, чувак? Ты словно в облаках витаешь. Кошмары не дают мне спать.
Фигово. Фигово как? Может, нервы? Я тоже плохо сплю, когда у меня стресс. Может, хочешь поговорить о чем-то? Да нет, ты прав, наверняка нервы шалят. Внизу свежезаваренный кофе. Выпей кружечку, это поставит тебя на ноги. Я всегда начинаю день с дозы кофеина. Спасибо, я подумаю. Без проблем, Салио. Салио, слышь ты, блин. Гео, иди давай. Гильермо. Будет мне рассказывать. Короче, это по съемной хаты. Так, куда идем, в принципе? Так, в ванной мы были. Можем пойти. Блин, а где же я спускался? Подожди. Где я спускался к Гизмо? А, вот. Гузну, вернее. Гузницкий, погнали со мной. Так, нет, в цели все-таки. А, так, подожди, он всю дорогу со мной живет, даже на съемной хате. Блин, классно. Так, что у нас тут? Мы только сменили замок, так что я не знаю, какой код установил тот. Понятно. Я могу его, как обычно, угадать, но так неинтересно. Так, идем к главному ходу. Ходу вырос только я. Жопа бугая. Давай быстрее. Сопляжуй. У гузно еще гузно выросло. Ты пропустил. Кого? Сейчас тебе покажу. Негра? Я видел. Ты шампунь. Я забыл. Осуждаю. Осуждаю. Снаружи так светло. А. Нил его обожает, но я не переношу. Так что нет, спасибо. Кого? Плитон? Может, типа, надо было с понтом, типа, подойти, а потом он это... Он Тын-тын. холодильник обожает. Да он, походу, духовки еще любит распедаливать. Ты не видел мой телефон? Нигде не могу найти. Ах да, я нашел его прошлой ночью на крыльце. Решил, что не стоит оставлять. И захватил с собой. И чуть о нем не забыл. Спасибо, я и не понял, что оставил его на улице. Не парься, со всеми бывает. Держи, чувак. Опа. Где твой любовничек? У него занятия этим утром. А, ладно. Как продвигается охота на призраков? Тот говорил, что последнее время все движется медленно. Медленно? Хотел, ну да, медленно. Еле движется с мертвой точки. Вы ведь опять пытаетесь защитить меня, парни? Это очень мило, но вы ведь знаете, что я способен за себя постоять. К тому же я старше вас на 2 года. Ух ты, какой ты взрослый, молодой гей. Да нет, просто. Да-да, 5 лет назад четверо друзей заключили соглашение, и я уважаю такую верность. Вообще-то это охренеть как мило, хех. Кстати, о милом, я слышал, что сегодня приезжает очаровательная Эш. Одинокая волчица 4 всадников возвращается. Волнуешься? Мы должны встретиться днем. Значит, это нет? Не могу дождаться нашей встречи. Просто, знаешь, чувствую какую-то усталость. Внизу еще осталось кофе. Он вызовет к тебе Сали Крамсали. Возьми меня. Шу? Фу, фу, не, не. Славик, возьми его. Не, не хочу. Ты слышал эти странные звуки? Придется тебе уточнить, мистер Соня. Прошлой ночью мне показалось, что я слышал что-то вроде странной сирены. Я ничего такого не слышал. Может, Гизмо опять смотрел телевизор? Нет, это не то. Как будто... неважно. Наверное, просто кошмары. Боже, чувак, ты точно себя хорошо чувствуешь? Да, в порядке. Как работа? А, блинский, работа. У меня же утренняя смена. Мне нужно бежать с Алио. Увидимся позже. Меня еще называют отца Салио, между прочим. Тот оставил мне записку. А вот и Кодиус, который нам нужен, слайд. Одиус? Да, там внизу там надо. Да.
Да. Чем больше ничего нельзя нарулить? О, подожди, я там труба какая-то стояла в углу. Я ее пропустил. Надо брать. А. Говорю, Слайк, нифига не надо, ты мне бери, бери. Бара-бара-бара. Бара-бара-бара. Блин, тоже подумал об этом, но ты спел. Бери-бери-бери. За-з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 а щеку бери. Бара-бара-бара. Сын, этот пустой взгляд. Это то же самое, что мы сейчас делаем перед монитором, только я разговариваю при этом. Но он бы мог, может, тоже бы базарил. Какой-то тип с нашей Рашей, помнишь, такой? Да все вы там твари, блин. Так. Блин, надо было запомнить, походу. Запомнил, Сай? Не. 403, 53, 64. Учись. Тэдэнь. Я даже молчал специально, чтобы не дай бог. Не сбиться. Да. Так, доска. Поверить не могу, что мы работаем над этим уже 5 лет. Такое ощущение, что чем больше связей мы находим, тем запутаннее все становится. 5 лет прошло. Ну, понятно теперь, что он такой длинный. Так, что тут у нас? Вещи. А культ до сих пор продолжает деятельность. Если да, то куда они подевались? Спасибо Робу, что дал нам денег на новое оборудование. Когда-то он узнает, чем мы занимаемся. Решил, что мы настоящие ловители привидений. О, кассета. Что это за кассета? Блин, нафиг я ее взял? Давайте-ка Я посмотрим. видела блеклый мужской силуэт. Он чем-то важен, я чувствую. Словно какое-то давнее воспоминание мелькает в закромах памяти. Его облик ускользает от меня. Но он то появляется в поле зрения, то исчезает. Как будто он заперт в паранормальной реальности. Фантом, находящийся вне досягаемости. Или, возможно, фантом тут и я. А он находится в мире живущих. Я кричу, вызываю к нему, но не думаю, что он видит или слышит. Понятно. Понятно. Все с вами, женщина. Так, а какая у нас вообще цель? Может, позвонить У надо нас было? была цель, и мы ее придерживались. Спасибо Робу. Так, это мы прочитали. Робу Шнайдеру, походу. Культ. Поверить не могу. Давай позвоним. Аккумулятор сдох. Надо бы зарядить. Может, тут зарядка? Слай. В подсобке всегда зарядки есть. По-любому. Нету зарядки. Тут есть все, что надо, даже кубик Рубик, но нету ни этого. Гузно, где зарядку? Ты перегрыз? Гузно. В стиралку его засунули. О, смотри. Главное, что он крекер оставил, понял? Вот этот. Шоколадный Ну да. крекер. Шоколадный. Надо было типу кофе предложить. О! Наша местная загадка о других новостях. Этим утром горело Нокфелевское шо. Пожарные прибыли на место происшествия незамедлительно. Однако к тому времени, как им удалось справиться с пламенем, большая часть здания и материалов были уничтожены. Это предприятие было главным местом работы для жителей нашего городка с 1934 года. Это третий случай пожара в здании, однако никогда прежде он не достигал таких масштабов, как сегодня. Власти считают, что пожар был устроен намеренно, однако более подробную информацию в данный момент представить не могу. Ранее в этом году был юбилей со дня предыдущего пожара, второго по масштабности. К счастью, в этот раз обошлось без смертей. Однако трое рабочих в данный момент находятся в больнице с незначительными повреждениями.
Крапивницкая. В настоящее время не ясно, смогут ли владельцы позволить себе реконструкцию предприятия. В последние десятилетия их прибыль постепенно снижалась. Что привело к финансовым проблемам. Если им не удастся восстановить производство, многие семьи потеряют источник дохода. Fox News, походу. Мы будем держать вас в курсе происходящего по мере поступления новостей. Я почти как этот прочитал, понял? Как корреспондент. Ну, как с этими, короче. Надо будет проверить через минуту. Блин, ну этот прикол, конечно, типа через минуту. Пошарится где-то. Угу. Ты засек минуту, Слай? Да, минута пошла. Тебе какая маска больше нравится? Ну, которая как с такими. Как с такими что? Ну, тут вот, короче, вот такая вот. А, я знаю, тебе нравится вот та цыганская, которая правая сверху. Верхняя. А что цыганская? Ну, зубы золотые, это цыганская, наверное. Ты знаешь, что Салли на самом деле это тот случай, когда было чревато посылать цыганку нахрен на вокзале? Что с ним случилось? Это типа он послал ее? Ну, типа он, да, послал ее. Все, пообщались минуту. Кажется, зарядился. Ларри прислал несколько сообщений. Не спишь? Типа нормальная мобила, мне нравится. Уже нет, что такое? Четко, я бы сказал бы, не то, что нормально. Что-то не так с апартаментами Эдисона. Помимо призраков в жутком подвале. Я серьезно, скоро буду. Дай мне пару минут. Напишу, как будешь готов. Готово. В пути. Не пути. Не пути. Прикинь, за минуту зарядилось до 100%. Да по голове себе! А. Эпизод 4. Суд. Да не ссы, Слай. Эпизод 4. Суп. Опа, все, нас уже судят. Ваши слова довольно сильно разнятся с вашей изначальной историей, мистер Фишер. Разве вы не утверждали ранее, что не поддерживали общение с Ларри Джонсоном? Утверждал. Вы признаете, что врали в своих изначальных заявлениях? Да, я находился в состоянии шока и думал, что правда лишь усугубит положение. Что мне никто не поверит. Я не знал, как поступить иначе. И как же нам теперь верить вашим словам? Как разобраться, где правда, а где ложь? Кроме правды, у меня ничего не осталось. Важно, чтобы люди прислушивались к моим словам. А поверят ли они мне или нет, это уж ради их же блага. Надеюсь, поверят. Это угроза? Это предупреждение? Вы хотите, чтобы мы поверили, что по Нокфиллу до сих пор разгуливает убийца? Что представленные сегодня улики, кровь жертвы на вашей одежде и коже, отпечатки ваших пальцев на орудии убийства, записки с камер наблюдения, показания свидетелей, что все они призваны вас подставить? И кто же так потрудился? Полиция округа? Если суд не возражает, я хотел бы продолжить давать показания. Эту историю важно рассказать в хронологическом порядке, чтобы избежать выдергивания деталей из контекста. Но еще сильнее, чем они уже были выдернуты. О, Слайк, на тебя похож. Судья. Да. Прикинь, если похож. Человека с таким именем, судья. Ну это жопа, конечно. Суд не возражает. Прошу, продолжайте дачу показаний, мистер Фишер. Но запомните, ответить на вопросы обвинителя вам все равно придется. Я на все отвечу. Продолжайте. Прям бедный тип, тупо в маске. Чувак, говорю тебе, что-то явно не так. Ты снова видел демона? Нет, я не видел его с тех пор, как мы его 100 лет назад вынесли. Да я утром взял супер геймбой и все здания прочесал, но ничего не нашел. Все призраки куда-то пропали, чуть ли не месяц назад. Все, у него уже борода растет, вообще матерый тип. Еще подкачался, походу. Я по-любому бы его замочить не смог. Он бы меня носом проткнул, ты что, гонишь? Как-то странно, хотя это может и неплохо. Может, они наконец смогли отойти в лучший мир?
Не знаю, мужик, у меня какое-то нехорошее предчувствие. Как будто у меня под кожей что-то копошится, в черепе скребется. Словно затишье перед бурей. Я это чувствую. Хм, что? Дежавю, я тоже это испытываю. Будто все в тумане, а за ним что-то ждет, притаившись. Да, именно. Но что бы это ни было, источник в апартаментах. Ну что, посмотришь со мной или как? Конечно, посмотрю. Let's go, братан. Сходим за Тоддом. У него сегодня занятия. А, точно. Я надеялся, что он сделает новый гаджет или типа того. Он работает над чем-то, но, кажется, еще не закончил. Модификация гитары наконец завершена, но Тодд так и не показал мне, как ей пользоваться. Лучше с ней не баловаться. Надеюсь, она будет работать лучше, чем та штуковина в виде коробки, которую он сделал в прошлом году. Точняк, предпочитаю, чтобы моя гитара оставалась целой. Как они любят побазарить. Опа. Ну что, ты готов? Почти. Хочу перевести все, что осталось на выходных. Наконец-то переберусь из своего подвала. Круто. Тот сказал, что мы можем взять фургон. Шикарно. Ага. Сейчас у меня даже их жизнь стала немножко интересна. Знаешь, когда персонажи при тебе растут, это как-то так. На глазах, да, растет? Ну да, да, да. Never rock cement. Цемент, понял? Идем к цементу. Что у меня такое чувство, что мы туда еще вернемся. Phelps Ministry. Good seals all. Привет, Сал. Да. А что если уже нельзя ничего исправить? Типа мы вообще единственные, кто пытается что-то сделать. Думаю, остальные предпочитают просто игнорировать тот факт, что все катится к чертям. Сечешь? Но почему? Не понимаю, почему они такие счастливые? Почему мы не можем вести себя так же? Может, потому что нам не насрать? А может, мы и не можем смотреть сквозь пальцы на всю херню, которая тут происходит? Наверное, даже не знаю, чел. Чел. Флайк, ты чел. Ты чел, понял, Флайк? Капитан. Капитан чел. Кажется, про бурю ты не ошибся. Что там происходит? Что ж, вперед, погнали. Что, давай сразу в первую хату вломимся. Просто сходу лету. Мистер Эдисон так давно тут все складывает, что наверняка уже и не помнит, что в коробках. У них наверняка полно вещей его почившей семьи. В некоторых, а в остальных старая одежда. Чайные сервизы, кулинарные книги, просто куча старой херни. Ларри, чё? Ты копался в вещах типа? Естественно, чел, как я мог в них не копаться? Он же из комнаты никогда не выходит. К тому же я хотел убедиться, что он не связан с культом и не прячет тут трупы или еще какую-то дрянь. Но тут только скучные стариковские манатки. Ну что ж, логично. Ну, логично, Слайк, да. Пнятненько, Слайк, да? Да. Блин, ну я там точно нормально посмотрел? А он с этой гривой хоть реально на девчонку не похож. Доброго времени суточек, юные сэры. Как вы себя чувствуете этим прекрасным днем? Неплохо чувствуем, а вы? Я просто замечательно. В апартаментах в последнее время очень спокойно. Но, конечно, мы скучаем по своему дорогому Салу Фишеру. И с Ларри тоже будет грустно расставаться. Я буду скучать по этому месту, но пора, наконец, выбраться из подвала. К тому же, живем мы буквально через дорогу. Понимаю, наши юноши совсем выросли и готовы к следующему этапу своей жизни. Рад за вас обоих. Знаете, мальчики, я желаю вам всего самого лучшего. Вы этого достойны. Спасибо. Спасибо вам, Терренс. А нормальный дядька, я думаю, вряд ли он плохой. О, бабка еще живая? Блин, не, бабка крякнула, походу. Напомним, почему вещи Розенберг оставили тут. Эдисон до сих пор считает, что она уехала отдыхать. Или вроде того.
И что она вернется? Вот уж не думаю. Я до сих пор не уверен, что с ней произошло. Ты говорил, что она типа исчезла, да? Да, но не только. Перед тем, как исчезнуть, она стала призраком. Мне кажется, что она была не совсем человеком. А, да, помню, ты говорил. И она какое-то время стояла в культе. А, состояла в культе. Но потом остановила их или попыталась остановить. Так что она была очень старой. Знаешь, кто она, Слай? А вот та баба, скорее всего, которую мы на видоке видим. Что-то мне так кажется. А, ну да, кстати, может быть. Думаю, она была ведьмой, думаю, она была демоном, думаю, она была пришельцем. Ничего из этого хорошим не назовешь. Пусть будет ведьмой. Было бы логично, только вот если у нее были способности, зачем Розенберг болталась в этой квартире? Может, она была слишком старая или просто сдалась? Будь у меня способности, я бы никогда не вышел на пенсию. И постоянно бы вляпывался во всякое дерьмишко. Ха, и не сомневаюсь. Да, мы с Сайком тоже не сомневаемся, что ты такой глэк. Но при этом Сайк говорит, что мы, наверное, заканчиваем на этой прекрасной ноте, да? Да, даю тебе знать об этом. Так что, ребятки, спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и пишите комментарии. Ну а мы прощаемся. Покидосики. Мне кажется, тип устал за мной ходить.